Здравствуйте. Сегодняшняя тема – детокс, основа долголетия. Присаживайтесь и пообщаемся. Меня зовут Марина Внукова, и я хирург. И я не буду вам рассказывать про то, как важно делать операции. За 35 лет медицинской практики я поняла, что главное – не допустить пациента до операционного стола. А что же тогда с ним делать, если не оперировать, да? Потому что многие врачи уповают на последний шанс спасти человека на операционном столе. Но оказывается, самое важное – это спасти его заранее. Это профилактика. Это правильное понимание того, как человек на самом деле функционирует. И здесь будет немаловажен вопрос детокса. А что такое детокс? Детокс – это сокращение от слова детоксикация. Правильное слово на самом деле. То есть это разрушение и выведение биологическим, механическим, химическим способом различных ядов и токсинов. Ну, вы скажете, что во всех у нас внутри много ядов, метаболитов и токсинов, но все мы как-то живем. Но могу вам сказать, что ситуация ухудшается с каждым годом. И то, что я изучаю материалы по токсикологии, никогда бы не думала, что вообще этим займусь. На самом деле, это сейчас очень проблема такая насущная. И хочу ваше внимание обратить на то, что даже если вы не живете где-то, например, на дороге, да, на оживленной трассе, если вы живете в чудном сосновом бору, но при этом вы разводите собак или кошек, или это вообще ваши, так сказать, лучшие друзья, если вы при этом когда-то пили антибиотики или до сих пор, предположим, пьете какие-то лекарства, включая гормональные контрацептивы или же противовоспалительные лекарства, то, скорее всего, у вас уже есть проблемы с метаболитами и токсинами разных паразитов или грибков. Я уже не говорю о том, что мы пьем недолжного качества воду, дышим непонятным воздухом, и в пище нашей тоже встречаются токсины и в немалом количестве. Давайте разберемся, с чего же все-таки лучше начать. Я вам очень советую, если у вас есть симптоматика избыточного роста грибков, например, утром белый обложенный язычок, вздутие, газы без запаха, изжога, и вас очень тянет на сладенькое или, скажем, на спиртное, или на выпечку, задуматься о том, нет ли у вас случайно избыточного роста грибков, которые давно уже не Candida albicans. Это совершенно другие виды грибков. И если вы почувствовали, что у вас это, скорее всего, есть, то задуматься нужно уже сегодня. Потому что грибки в нашем организме оставляют 79 токсинов. Это вот только известных. А грибков сейчас новых видов 150. И это тоже только известных. Я думаю, что их количество увеличивается с каждым днем. Их действительно надо убирать, но это очень сложно. Как грибки, так и паразиты, гельминты, крупные паразиты. А есть еще токсоплазма, есть еще лямблии. И, собственно, половина присутствующих в этом большом зале, наверное, имеет некие паразитарные инвазии. Но если мы с вами начнем с грибков, а что будет очень немаловажным подспорьем в обеспечении вашего здоровья, то я вам советую обратить внимание на уникальный продукт компании «Концепция здоровья», который был создан специально для борьбы с резистентными формами грибков. Потому что врачи сейчас не знают, как лечить грибковые инвазии. Они в этом сами признаются. И, к сожалению, мне, как практикующему врачу, тоже, в общем, приходится расписаться иногда в своем бессилии, да, но вот до эры «Концепция здоровья», в общем-то, так и было. Самое главное то, что новые формы грибков никак не реагируют на химическое воздействие. Никакие дифлюканы, никакие мегацисты уже на них не действуют. Их нужно брать растительными, природными формами антимикотиков. К тому же должны быть обязательно добавлены специфические ферменты, расщепляющие оболочку грибков. Это достаточно серьезная проблема. Так вот, единственный препарат, продукт компании «Концепция здоровья», который имеет в своем составе специфические ферменты, серпептазу, целлулазу, расщепляет именно оболочку грибков и позволяет антимикотическим средствам растительным, которые все-таки лояльны
к нашей флоре и к нашему здоровью добить грибки. Это первая фаза детокса. Ну, не в смысле фаза, да, потому что врачи знают фазы детокса, это немножечко другое, это работа печени и так дальше, других детоксикационных систем. Это первая ступень детокса. 2 недели кандидосупрессор вы принимаете. Более или менее вы с грибками справились. А что дальше? Ведь на самом деле то, что вы убили внутри себя что-то живое, вас здоровее не делает. Значит, нужно что-то дать своему организму, нужно что-то дать своим клеткам, чтобы они просто не умерли от вашего детокса. Это довольно серьезная проблема. Детокс должен быть безопасным, как минимум. И есть разработка, которая делает любой детокс, не только тот, о котором я сегодня говорю, абсолютно безопасным. Сорбент А. Практически противоядие и антидот. Это не только сорбент с уникальной формулой. Это еще то, что позволяет пройти безопасно такую процедуру, как хелатирование или хелирование. Так вот, если доктор когда-нибудь вам прописывал такой протокол, хелатирование называется или хелирование, это очень мощный протокол. И, собственно говоря, он прописывается не тем, кто когда-то в детстве разбил градусник, хотя это тоже, в общем, немаловажно. Тем, кто живет в промышленных городах, кто имеет отравление тяжелыми металлами. Так вот, процедура хелатирования или хелирования – это крайне сложная процедура. То есть, на самом деле, когда мы вытаскиваем токсины и яды из тканей, где они аккумулированы, и снова они попадают в кровоток, это еще одно отравление. Поэтому здесь важно понимать, что должен быть мощный сорбент при любом детоксе. Самый мощный сорбент, который я лично знаю, это сорбент А. Очень советую практикующим врачам вообще к нему присмотреться. И если мы не будем на нем, так сказать, долго останавливаться, пойдем дальше, то дальше я привлекаю ваше внимание к тому, что если уж мы занимаемся паразитами, да, не только металлами, там, скажем, или ядами, то нам с вами понадобится золотая вода. Так как тема моего выступления сегодня – детокс, основа долголетия, я без золотой воды, конечно, обойтись не могу. Что за золотая вода? Ну, все знают, что есть холодное золото, холодное серебро, этим никого не удивишь. Но вот атомарное золото есть только в компании «Концепция здоровья». И действительно, наши производители научились в золоте ударять по металлу практически разрядом молнии и получать атомарную форму металлов и различных минералов. Но золотая вода хороша тем, что ее длина волны губительна для паразитов. Мы не только химические, мы еще и физические. И на самом деле энергетический компонент изымать из нашей биологии не нужно. Биофизику стоит, наверное, врачам подучить в медицинском институте. Так вот, длина волны золота действительно губительна для всех форм паразитов. Для простейших, для грибков и даже для гельминтов. Причем наши нежизнеспособные клетки тоже к золоту относятся не очень хорошо. Поэтому быстрый апоптоз и замена на новые молодые жизнеспособные клетки нам во время детокса очень пригодится. Это как раз основа нашего долголетия. Вспомните секрет фараонов. Они знали, как произвести атомарное золото, и при этом жили дольше, чем обычные люди. И вот такое вот чудесное средство, которое мы между собой называем антидепрессантом, потому что золото воздействует на центральную нервную систему, активирует ее. И весной, когда вы проводите детокс, вам очень поможет золото не испытывать такой вот весенней хандры. Жидкий кремний – это тоже атомарная форма, но уже не металла, а минерала. Мы все объединены по кремнию. Вот всех, кого взять – у всех будет дефицит по кремнию. К сожалению, у современного человека с кремнием прям совсем плохо. Те соли кремния, которые вы можете купить, они, как правило, имеют побочный эффект. Потому что любые соли, они биохимически не всегда хорошо встраиваются в нашу физиологию. Атомарный кремний в этом плане, конечно, находка. Он не только укрепляет соединительную ткань, кожу, кости, волосы, но и кровь. Кровь – это тоже соединительная ткань. И нам с вами во время детокса очень пригодится хорошая, работоспособная кровь. Кремний, к тому же, обладает мощным противовирусным, противобактериальным эффектом. Это тоже во время детокса следует учитывать. Особенно в ту эру эпидемий, да, постоянно возникающих, нам бы, конечно, с кремнием лучше подружиться.
Атомарная форма кремния есть в компании «Концепция здоровья». Она постоянно, так сказать, является хитом компании. И, собственно говоря, пить его легко и приятно. Но самое главное, необходимо курсами хотя бы раз в полгода. Как раз раз в полгода стоит провести детокс. Когда? Весной и осенью. Почему весной и осенью? Потому что именно в этот момент активна так называемая стихия дерева. Наша кровь и наша лимфа движутся немножечко иначе. Все детоксы проходят более эффективно. Мы переходим с вами к следующему купажу, потому что это купаж. Все купажи растительные компании здоровья имеют в своем составе главные действующие вещества растений. И это не измельченное растительное сырье, это важно. Это клеточное содержимое, это самое сердце растений. И здесь купажи, которые вот мы представляем, да, в данный момент, сейчас я вам показываю антипаразитарный комплекс, это продолжение нашего детокса. Сначала мы убрали главных обидчиков, грибки. Потом мы с вами занимаемся разными паразитами, да, герментами и простейшими, которые чувствительны к этому антипаразитарному комплексу. Примерно 2 недели приема кандидосупрессора и далее прием антипаразитарного комплекса при поддержке золотой воды и кремния, и если нужно, то сорбента, а если тяжелая ситуация. Если вы давно не проводили детокс, или если вы, ну, старше, чем, например, там, да, молодые девочки, которые здесь у нас есть. Так вот, если мы будем проводить с вами антипаразитарный детокс, потому что это тоже детокс, то, конечно, лучше не убивать внутри себя паразитов. Стоит их гнать, как делали наши предки. Потому что сейчас принято их убить, да, а потом что-то с этим делать, со своей печенью несчастной. Но я вам советую, конечно, их просто мягко изгонять. Те купажи, которые представлены у нас, я могу сказать, что они спокойно справляются с герментами и без явной войны, да? Потому что убить внутри себя живое существо и потом продукты распада его фильтровать через собственную печень – не самый лучший выход. Коллаген 100%, про который я вам сказала, нужен для того, чтобы быстро восстанавливать те ткани, которые поражаются при детоксе. Дело все в том, что детокс больше всего затрагивает наш с вами желудочно-кишечный тракт, потому что так или иначе в нем большинство проблем. Слизистая и сама ткань, вообще говоря, желудочно-кишечного тракта, там довольно много соединительной ткани, очень страдает во время детокса. Поддержать ее можно тем же самым коллагеном. Почему микрокристаллический 100%? Не слишком ли я, да, добавила, может быть, еще один нолик? Потому что все знают коллаген 10%. Но лучше брать самое действенное. 100% микрокристаллический коллаген легко попадает в наши ткани. Он водорастворим, что важно. И его можно принимать постоянно, небольшими дозами. Что хорошо, в купажах «Концепции здоровья» нужны совсем маленькие дозы для того, чтобы, собственно говоря, ощутить эффект. Ну, вау-эффект дают, конечно, другие купажи, да, которые мы уже с вами перечислили. Но коллаген – это база. И база, повторюсь, и для крови тоже. Кровь – это тоже соединительная ткань. Восстановление ткани таким образом мы тоже с вами обеспечили. Натуральный пребиотик. Для чего он? Ну, понятно, что он восстанавливает нашу флору, но при чем здесь детокс, скажете вы? На самом деле, самый главный детокс – это тот, который восстанавливает нашу симбионтную флору. Если мы с вами побороли более-менее грибки, да, но там совсем мы их не убьем, они все равно будут у нас жить, и все равно будут ждать, когда мы ослабнем. Ну, к сожалению, это неизбежно, да, это природа. Но нам-то важно восстановить флору. Нам же не стоит цель, да, убить там кого-то внутри себя, правда, или даже выгнать. Нам важно восстановить собственные клетки. Так вот, наша симбионтная флора – это наши собственные клетки. Это больше мы, чем мы сами. И их больше. 10 раз, как минимум, больше их клеток по сравнению с нашими. Наши просто крупнее. Так вот, пребиотик, построенный на полисахаридах высших грибов и водорослей, очень хорошо вам поможет восстановить собственную флору. И тогда детокс пойдет быстрее. Почему пребиотик, ну, не на первом месте, да, казалось бы, восстановите флору, и все будет нормально. Но в присутствии тех же грибков симбионтную флору мы не восстановим. Это совершенно нереально. Грибки более фертильные, более агрессивные и более многочисленные. Поэтому сначала мы с вами занимаемся
освобождением полей деятельности для нашей симбионтной флоры. И мы это с вами сделали теми купажами, которые я уже перечислила. Детокс, очищение. Ну, наконец-то мы добрались до детокса, скажете вы. На самом деле, детокс, очищение кишечника, посмотрите состав этих купажей. Он не только оригинален, не только, ну, как сказать, на основе древних рецептов составлен, но еще и элегантный состав, я бы сказала, мягкий. И без антагонистических трав. Такое тоже бывает, да? Только синергия у нас присутствует в травяных купажах. Так вот, детокс очищения кишечника. Мы с вами уже позанимались со своим организмом. Мы уже убираем то, что нам мешает. И, наконец-то, это все надо вычистить окончательно. Это, по сути, клеточный детокс. Казалось бы, да, что вы не знаете про детокс? Нас сену выпил, да и, в общем-то, и идем дальше. На самом деле все не так просто. Нам не только нужно очистить кишечник, нам нужно его восстановить. И вот этими купажами это возможно сделать. Мы с вами спокойно, так сказать, очистили свой кишечник. Ну, буду уже, наверное, говорить, наверное, так, да, как получится. Мы с вами свободно очистили свой кишечник, легко и непринужденно, с помощью природных средств. Но теперь остается самое главное. Какой орган главный в детоксе? Врачи есть? Печень. Так вот, алкодетокс – это не для тех, кто злоупотребляет алкоголем, а для тех, кто просто заботится о своей печени. Просто он в свое время был создан перед праздниками. И для того, чтобы, как бы сказать, да, людям дать понять, что вот, что нужно вам, он был так назван. На самом деле это мощнейший гепатопротектор. Если вы только его состав прочтете, то даже входит, кроме чистотела, базилика, лимонника, масса разных растительных экстрактов, наноэкстрактов. Печень говорит за алкодетокс большое спасибо. Причем вы можете, в принципе, взять только алкодетокс и восстановить печеночные клетки без вот таких сложных ущерблений. Это тоже будет детокс. И что важно, вы можете взять этот купаж. Это полностью водорастворимый и тут же проникающий в клетки компонент. Потому что размер наночастиц соответствует размеру пор в клетке. Там не нужно сложного пути через желудочно-кишечный тракт. Вы берете этот купаж под язычок, рассасываете, и тут же у вас в кровь пошел уже такой благодатный эликсир. Так вот, вы можете просто восстановить печень таким алкодетоксом. Это гепатопротектор, повторюсь. Ну и, наверное, так закругляясь, да, потому что времени не очень много, я готова ответить на ваши вопросы и хочу подытожить. Если вы будете регулярно заботиться хотя бы о своей печени, я уже не говорю про грибки, я уже не говорю про гельминтов. Кстати, вот на этой выставке достаточно часто я слышу именно доклады о гельминтозах. Мы совершенно выпустили это как-то из рук. Про грибки вообще никто не говорит, потому что как бы их нет. Хотя есть они у всех. И вот если уж говорить о пандемии, то пандемия как раз грибковая. Грибковое поражение. Ну, спросите себя сами. Проверьте себя, утренний язычок свой посмотрите, и, в общем-то, будет все понятно. Но если он розовый, влажный и чистый, ну, как бы я говорю, наверное, не для вас. Но вот если он будет обложен, а вы еще очень любите, ну, как и я, что-нибудь сладенькое, да, а мальчики что-нибудь алкогольное, то, скорее всего, грибки у вас тоже есть. Поэтому тоже время детокса пришло, пришло, не откладывайте. Весна – самое лучшее время для детокса, весна и осень. Но весна даже, наверное, лучше, потому что потом легко восстановиться, природа сама хочет вас восстановить. Ну, наверное, на этом такой короткий обзор я закончу и готова ответить на вопросы. Есть какие-то программы по сотрудничеству? Партнерские программы у компании «Концепция здоровья» есть. Насколько я знаю, они интересны, но что важно, всегда индивидуальный подход. То есть ваши предложения, да, всегда рассмотрятся в компании «Концепция здоровья». Хотя есть некий алгоритм, но тем не менее компания очень гибко подходит к этому. Есть партнерский программ, конечно. Слушайте, а где вы сейчас продаетесь? Есть точка на метро Киевская. Торговый центр «Европейский», нулевой этаж, вот есть адрес, и там всегда есть люди, ну только ночью их не бывает, но, по-моему, они где-то неподалеку, потому что они очень быстро приходят, очень рано приходят на работу. Предлагаем вам у нас продавать.
продаваться на маркетплейсе TopBio? Ну, насколько я знаю, сейчас многие производители, а компания «Концепция здоровья» именно производитель, ищет новые площадки, где представляться. И сейчас я думаю, что это вот новая такая как бы тенденция, да, соединить российских производителей. И здесь как бы ваше слово, да, потому что на самом деле мы будем рады присутствовать на маркетплейсах, которые грамотно составлены, где, конечно, наиболее репрезентативные, так скажем. Да? Вот, это без, как бы, безусловно. Есть еще вопросы? Спасибо за внимание. С вами была «Концепция здоровья».